Если не хочется бежать в магазин, тогда можно смело приготовить городскую булку в домашних условиях, она получится мягкой и очень вкусной. Несмотря на то, что процедура приготовления булочек довольно трудоемкая, их стоит обязательно сделать, так как получаются они всегда очень вкусные. Вместо воды подойдет и молоко, вместо сливочного масла можно использовать маргарин, если есть хлебопечка, тогда процесс замешивания теста стоит доверить этому кухонному помощнику. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. В миске соедините 125 мл воды, 225 грамм муки и сухие дрожжи, хорошо все перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой. Оставьте ее на час в теплом месте. Подписавшимся, больше вкусностей. В ковшике соедините соль, сахар, влейте оставшееся количество воды, выложите сливочное масло, растопите все на огне, добавьте оставшуюся муку, хорошо все перемешайте. К поднявшемуся тесту добавьте основное тесто. Очень хорошо его вымесите руками. Оставьте тесто в теплом месте на час. Поднявшееся тесто обомните рукой, разделите его пополам, одну лепешку раскатайте в пласт. Сложите один край пополам, а затем второй также. Теперь сложите тесто пополам, как на фото. Края скрепите и сформируйте городскую булочку, таким же образом сформируйте вторую, сделайте надрезы сбоку. Отправьте булочки в разогретую до 190 градусов духовку на 25-35 минут. Городские булочки готовы. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты. Мука 415 грамм, вода 225 мл, дрожжи сухие 0,5 чайных ложки, соль 6 грамм, сахар 17 грамм, масло сливочное 10 грамм, количество порций 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите снова.